Прогноз погоды на востоке Красноярского края на четверг, 20 июля. В восточной части региона малооблачно, осадков не ожидается. Ночью до плюс 13, после полудня до плюс 28 градусов. В Красноярске 20 июля небольшая облачность, синоптики осадков не прогнозируют. В темное время суток до плюс 13, днем до плюс 27 градусов. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.